With him, and Son, he stood as the Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I sincerely greet you all, dear brothers and sisters, for today's wonderful feast of the meeting of the Lord in the Holy Temple. Сердечно вас поздравляю, братья и сестры, сегодняшним великим праздником Светия Господня. Unfortunately, this feast day that we are celebrating today is not too well known among us Orthodox. It's not recognized as it should be by most of us. К сожалению, это был на 10-й праздник сегодняшний, не так, если можно так выразиться, популярен или известен среди православных. Это Рождество, все понятно, Христос пришел в мир, мы с детства привыкли особо отмечать этот праздник. Take, for example, Christmas. We know this feast day from childhood. We understand that Christ came into the world, he became incarnate, he became man, and everything started from this. Но если задуматься, вот этот праздник Светения Господня имеет множество замечательных посланий, уроков, которые мы должны были бы твердо усвоить, и усвоив, может быть, мы больше бы оценили этот великий праздник. К сожалению, нет времени затронуть все эти истины этого праздника, которые нам следует обратить внимание, потому что я знаю, что многие из вас спешат на работу успеть. Unfortunately, we don't have time to cover all the very, very important lessons that can be learned from this wonderful feast of the meeting of the Lord, because I know that many of you are encouraged to work. We can maybe focus on a couple. Прежде всего, все персонажи сегодняшнего праздника, Симеон Богоносец, Пресвятая Богородица, Иосиф Пророчник, Анна Пророчица, не говоря, конечно, о младенце Спасителе, каждый проявляет что-то необходимое и важное в промысле Божьем, в плане Божьем. All the people who are mentioned in today's feast day, the Mother of God, Simeon the God Receiver, Anna the Prophetess, and of course our Lord and Savior Jesus Christ, have a very important example to teach us. But let us focus just on a couple. Симеон Богоносец. Ему было обещано ангелом воли Божьей, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. И вот этот старец, подобно всем поколениям до него, еврейским поколениям, зная, признали о грядущем Мессии, надеялись дожить до того дня, когда они своими глазами его увидят. И вот этот старец, он жил долгую-долгую жизнь. И мы с вами, часто глядя на стариков, думаем, а зачем они так долго живут, зачем они должны мучиться? А быть может, для того, чтобы они успели своими глазами увидеть Господа, чтобы они могли свои уста принять Его чистое тело перед смертью, или много раз принять, и успеть покаяться в своих прегрешениях. Как это сделал святой праведный Симеон Богохулинец и сказал замечательные слова: «Ныне пущающий раба твоего, Владыка, по благому твоему, с миром».
ибо видишь ты очи мои спасение. Perhaps when we think about old age, we think to ourselves, why has God sent some people so many years of life? Why do they have to suffer with all the aches and pains and the other sicknesses? Some of them are in bed and can't fend for themselves that well. And if we think of Saint Simeon, the God messenger who lived very, very long, like the Bible tells us over 100 years, perhaps the reason is because God wants them to be able to, of their own volition, to come to Him, to see with their own eyes their salvation, to receive with their lips the body and blood of Christ before they pass, to bring a good confession before they pass. And following the example of Saint Simeon, be able to say, "Now lettest thou thy servant die in peace, for I have seen the salvation of Israel." Вот у нас вчера скончался раб Божий Константин Георгиевич Кирисеницын, родитель трех наших прихожан, действительно еще молодых. Он долго лежал, долго болел, но не умирал. И всякий раз, когда мы приходили к нему со святыми дарами, он радовался, как ребенок. Радовался, потому что сознавал, что он видит своими глазами свое спасение. И вот Господь сподобил его скончаться канун праздника Сретения Господня. Канун праздника праведного Симеона, богоприимца старика. And we have a person who passed away yesterday, Constantine Kirisilitsa, the elderly father of three of our relatively young still parishioners, who suffered a prolonged illness, was of old age, spent most of his past months lying in bed, but he never was despondent. He was always joyous, especially when we would come with the holy gifts. Because he was joyous because I believe strongly that he saw in each visit, priestly visit, in each holy communion that he received, he saw his salvation. He was able to repent of his sins. And finally, on the eve of the feast of the meeting of the Lord in the temple, the feast of Saint Simeon, the elderly God receiver, he passed to the Lord. And just before Holy Lent, he will be, we will hold his funeral. Так что, дорогие братья и сестры, не надо пренебрежительно относиться позднему периоду нашей жизни. Если Господь нас позволит жить долго, надо возблагодарить Господа, что Он дает нам возможность, во-первых, видеть всех любящих нас вокруг себя, а самое главное, что дает нам возможность дольше приготовиться к нашему спасению, к нашей вечной жизни. И дай Бог, чтобы каждый из нас мог бы вслед за святым праведным Симеоном произнести свое собственное ныне отпущающее. So let us not, brothers and sisters, be depressed if the Lord sends us a long life, but give thanks to Him for everything He sends us. Because the elderly life gives us a chance to see our loved ones more. It gives us a chance to receive the sacraments. It gives us a chance to repent of our sins and to seek our salvation. And may we all be granted the chance, as did Saint Simeon,
the God we see, and to be able to say in our own words, now let us, Lord, now let us receive us as thy servant with peace. Amen. Amen.